Здравствуйте, меня зовут Николай, мне 11 лет. Я учусь в 5 классе и хожу в театральную студию «Ирбис». Также занимаюсь музыкальной школой, играю на домре и шестиструнной гитаре. И в свободное время я читаю учебники по истории, например, «Древний мир» или «История России», а также занимаюсь оригами. Мне нравится купаться в бассейне. И когда я вырасту, я бы хотел связать свою жизнь с какой-нибудь творческой профессией. Всем спасибо за внимание. До свидания.